Так, мы находимся в населенном пункте в Артемяге. И сейчас пойдем на подворье монастыря. Здесь такая дорожка, это к церкви, к храму. А вообще вот подворье находится там за забором. А это бывший Шуваловский парк. Вот там сейчас его церковь Русская Православная оградила забором и строит, развивает свои владения. Скромные. Вот такая аллея, ели вековые. Что здесь интересного? Здесь за забором какие-то постройки. Туман сегодня, конечно. Не разглядеть, что там такое. Ну, это как раз постройки монастыря. Так, а мы идем к храму, к церкви. Ну, он уже виднеется зелененький. Храм Веры, Надежды, Любви и Софии. Ангелочки там. А где? А вот там я фотографировал тоже. Сейчас гладик покажу. Да и себе на телефон. Вот где мать Игуня похоронена. Посмотрите, я на прошлой неделе был, не было. Да? В пятницу приходил. Интересно. А, да, смотрите-ка. Ух ты. Красота какая. Это на этой неделе сделали? Да действительно, я же, ой, даже вру, я в субботу приходили мы крестить. Ого. С обеда никого не было. Не было тут ничего, как волшебной палочкой. Вот так это же, да. Как вот отцу Иосифу тоже же
внезапно. Я две недели пока отсутствовал, прихожу, думал, кто-то тут похоронен. Оказывается, не памятник. Ого. Да, ангелочек. А вот здесь матушка, это игуня похоронена. Вот здесь, да? Да. Все к ней там ходят, это вот за крестик держится, как будто помощь просит. Понятно. Честно слово, не видел. Вот в субботу мы приходили крестить после обеда. А где вы еще говорите, скульптура есть? А вот это отец Иосиф. Вот, вот там крестик, который, да? Да. А, спасибо. Он наших 8 человек крестил. Он, смотрю, он меня даже на 2 года моложе. Говорят, он и больной был, говорит, и службу нес больной, говорит. Он, да? Похоронен на Волковом кладбище. А-а-а. А сюда вот этот крест стоял год, когда год исполнился, его на эти смерти, его сюда перевезли крест. И вот поставили ему памятник. А здесь есть исторические похоронены. 1800-1700-х годы. Бароны, графы. Вот здесь, да? Вот, в этом? Да вот, вот эти вот плиты. Это написано вон там тоже самое. Плиты. Это исторические. 1800-1700-х годы. Графы, бароны. Mm-hmm. Спасибо за консультацию. Вот, даже написано там, можете почитать. Ну, не буду. Снимать могилы не буду. А? Чтобы это... Чтобы не тревожиться. 1853. Понятно. Спасибо. Отец Иосиф. Вот так вот. Мы посмотрели храм Веры, Надежды, Софии.